Мы на открытом уроке школы танца в студии 54. Это мероприятие будет сегодня вести Влад Соколовский из группы BIS. Буквально вчера его пиарщица нам сказала, что он здесь что-то заявит сенсационное. Через пару минут мы узнаем, что. Ладно, не буду скрывать, что мне действительно очень приятно здесь находиться, видеть вас, проводить это мероприятие. Тем более, это молодая школа, замечательные ученики, потрясающие педагоги, ну и, конечно же, замечательные ведущие, скромные. Для него это практически дебют, я имею в виду введение. Но я приготовил для вас такой маленький сюрприз, музыкальный, конечно же, это будет песня. Поэтому, друзья... этот вопрос. Почему? Ну, собственно говоря, нет. Я прежде всего начну с того, что меня связывает с этим мероприятием. Связывает команда Yuji Project, которая в дальнейшем поможет мне сформироваться как сольный проект. Собственно говоря, вот я и ответил на ваш вопрос. Да, понятно. Но ты еще в дуэте с Димой? Уже нет. Я могу сказать, что наш дуэт уже не работает. А почему? Можешь это сказать? Я люблю эстраду, потому что сам на ней. «Фабрика звезд» — это там мой далеко не первый опыт. И, конечно же, мне нравится тоже абсолютно определенное направление R&B, поп-музыка и так далее. Ну вот, собственно говоря... Да, по приоритетам понятно. То есть ты выбираешь не театральные постановки, а ты будешь творчестве певца, да? Все-таки? Я выбираю то, что я люблю. Мы не делаем из этого никакого нонсенса, а тем более скандала, потому что расходимся абсолютно спокойно, никто ни с кем не ругался, к счастью. Вот, как есть опыт у других групп, обычный, ну, такой просто сформировался стереотип, то что если люди расходятся, значит обязательно скандал. В данном случае такого не произошло, к счастью, потому что мы взрослые люди и понимаем, куда кому нужно. Желаем удачи, вот и все. Ты будешь петь, может быть, какие-то дальнейшие проекты у тебя там в плане съемка в кино или еще что-то? Поживем увидим. Я думаю, что если будут предложения сняться в кино, то я их с удовольствием рассмотрю, потому что такое предложение, мало того, уже было, когда хотели делать такой замечательный фильм «За тёлки». Вот меня пригласили на одну из ролей, но там дело закрылось. Но ничего, я думаю, что все мы скоро возобновим и продолжим. Влад, скажи, а будет ли выходить в ближайшее время твой какой-нибудь сольный альбом? Вау, это неожиданный вопрос. Могу сказать, что сейчас ведется очень сильная работа, как музыкальная, ну так и танцевальная. И я думаю, что, конечно же, летом я сниму какое-нибудь видео и ближе к сентябрю буду выпускать первый сингл. Это был Влад Соколовский специально для YES TV.